что-то настроение, реально, елка из поселка. Пиздец, как будто в СССР выращенная. Да? Как будто сейчас 1970 год, и вот достали с полпизды бутылку. Хуёво как-то. Хуёво. Короче, нам нужен совет, как из этой страшной ёбищи сделать хоть какую-то... Ну, это пиздец какой-то. Боря хуёво. Мы попробуем снять вот этот золотой дождь в лицо, вот этот вот, шампанского, и посмотреть, как получится без него. А пока... Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я-то знаю. Ой, хуёво. Час надевали этот золотой дождь, и теперь еще час надо его снимать. Все будет хорошо? Yes. Хорошо все будет? Да. Хуже не бывает. Что мы затряслись, запылились в деле и не заметили, что время 1:20. Это как 4:20, только 1:20, и соседи вот по трубам стучат. Типа, заебали нахуй, а у нас хорошо, все будет хорошо, и это одна, и все хуёво, не хуже, и только дальше. Слушайте, зато уже чувствуется это настроение Нового года, вот это вот все. Видите, жетаж. Боря хуёво. АСМР. Что, девочки, вот вам Нюта наша из приюта. Вот такая вот Нюта, Мика Ньютон. Я понахуярил все, что было, вот этих всех медведей, хуинь. Соплю можно туда обмазывать, да? Да. Вот такая вот у нас приют. Но вообще с выключенным светом электроэнергии в подъезде, она очень даже неплохо смотрится. А с закрытыми глазами, смотрите, просто загляденье. Ну, согласитесь. Ребят, смотрите, какую мы интересную игру придумали. У меня дыра в стене. Видите? Мы развлекаемся. Ах ты, пидорас, вонючий! Сука, вонючка, блядь, свой носок потный! Нюхай! Я тут посидел и подумал, что мою жизнь можно так же через эту дыру перекинуть. А вот и жизнь прилетела. Привет, моя хорошая. Где ж ты была-то, моя сладкая? Когда решил заснуть пораньше, но как-то внезапно наступило 4 утра, и ты такой лежишь, чуть ли не лежишь, и думаешь, ёбаный в рот, так попиздеть захотелось, спать не хочется. А с утра просыпаешься и думаешь, ёбаный в рот, хотя бы минуту поспать. Посмотрите, кто приехал. Это, конечно, не Юра Шатунов, но такой же этот интересный человек, молодой. Мам, как доехала? Очень хорошо. Ну, мам! Ну что такая неинтересная? Я вот смотрю. Как прибираться? Дурдом какой-то это все. Мама, у меня очень чисто. Где прибираться, скажи? Да уже мы с Никитой подприбирали. Так нормально, у меня ничего не грязно, вообще чисто очень. Все раскидано. Где? Все. Издалека на фейса похоже. Все. Попробовала орешки Бусфуд, вот так вот, да? Да. Давай, комментарий. Не свежий. Что по молодости было? Я вам не снимаю. Угу. Мам, давай колись, что по молодости было. Однажды на свадьбе мы пили только шампанское. Больше его? Угу. Почему? Потому что... Ёбнуло пиздец, не по-детски. От газов очень тяжело голове. Да? Да. На следующий день? Да. Ну что, по шампанскому? Нет. А что у меня вышло-то? Надо быстрее свайпать и смотреть, что у меня вышло. Что ты пончик просроченный сожрала. Нет. Шоу, тизер, быстрее свайпайте и смотрите. Мы будем звонить. Свайпайте и смотрите, будем звонить. Хватит, может, материться? Ребятки, крути. Ну, мам, хватит материться. Я не позволю так с тобой разговаривать. Мама, не матерись. Мама, хватит уже, перестань. Сколько можно? Сколько у меня терпения уже на тебя достаточно? Белка, ты что, не только в пьяном виде видна, еще и в трезвом тоже скачет. Да, Белочка вот такая. Уйди. Мам, тебе не нравится, что тебя с фейсом сравнивают? Нет. Но ты так же музыку свою пишешь. Ну, Карина же ведь, не, это тоже черненькая с такой же прической. Ее же с фейсом сравнивают. Но ты больше похожа. Охуеть. Пришла ко мне. Что ты, мама, от меня хочешь? Давай хитрую денег, задачку. Детей. Хитрую задачку. Давай решим. Мама, тебе от меня только нужны все, извращения.
махинации. Ребят, он вот такую не хочет задачку со мной решить. Ну, ты ж спать хотела. Нет, мне только нужны тампоны и прокладки. Ну, давай резко. Вообще, вот такую я еще задачку. Не думал. Илья. Я думал, что это я извращенец. Я думал все время в кого я. Илья, давай. Я думал, в кого я люблю собак. А это все ты. Давай хитрую задачку. Чего? Яблоко это 7. Еблище. Яблоко это 7. Ебло. Хватит материться. Ебло, это не яблоко. Вот 5 плюс... 3. Нам нужно встать со своими задачами. Зачем вообще я Инстаграм ей завел вообще? Телефон надо вот было... Вот тут всякие... Panasonic тут, тут всякие задачки. Вот, ну, давай. Так мне интересно. Ну, кто-то елку мне обещал шары перебрать, чтобы вот, нормально вот смотрелось. Вот сколько здесь плюс банан, сколько понял? Яблоко плюс виноград плюс банан? 3. Да. Нет. Ну, Илья, ну давай. 3! Мама, 3! Как может быть лучше? Кто? Ты чё? Куда делась-то? Что делась? Это чё такое? Что делась-то? Мам! Что делась? Куда делась? Зачем? Задачка-то. Так съели. Я же ничего не вижу, вы там, может, что-то садитесь. Мы позавчера... Вообще, ужас. Ну, так, ну что, значит, на одну щечку, пожалуйста. Вот, страшного ничего нету, просто будет немножечко горячевато. Если скричишь, кричи, тебе это не слышит. Блядь, ёбаный в рот, пиздец. Ой, Полина Львовна, просто не узнать, не узнаю себя, просто вообще, спасибо большое, лица не видно. Лица нет. Да, а тут еще Диана, точнее ее две. Смотрите, Диана скоро рожать, снежочек родила. Ребята, также в моем салоне Галактика проходит очень крутая акция, вы чистите зубы, покупаете чистку зубов, и вам в подарок чистка лица, или наоборот, чистку лица покупаете, зубы в подарок вставляют. Очень круто, очень выгодно, заходите сюда и спрашивайте. Ёбаный рот, Наташа, опять нахуя! У вас есть свободная минута? Конечно же нет, смотрите, как мы быстро идем. Сказал нет, ты пи***ла. Мы хотим снять баню. Чё? Опа, нихуя! Неадекват наш формат. Пи***л идею. Я у вас пи***л идею. Жи говно. Ходишь ты домой, у тебя опять всё пи***т. Ну, красота. Красиво все. Смотрите, как красиво и роскошно. Немного облезлое, но с любовью. Тут свечка еще вкусная, пахнет этими, попкорнами. Ну, красиво, да? Знаете что, ребята? Новый год скоро. Вот купил подарок. Пустые пакеты. Сам себе подарю. Ну, никому не скажу. Сейчас монтирую видео, и оно выйдет уже завтра. Очень рад наступлению декабря. Сейчас же какой у нас месяц? Май. Вот этот месяц очень такой хороший будет. 2 шоу у нас запущено с вами. Уже запускаю, смотрите. Ой, блядь, летит! А еще знаете, что самое тупое? Что некоторые люди, вот на земле бывают, некоторые люди не верят в вечную, ну так сказать, вечного ничего нет. Огонь тоже тухнет, в цунами задует. Вечная там дружба, типа постоянная, долгая, или там любовь. Я не знаю, почему многие люди не верят в это. Это же, ну, то, к чему нужно идти, то, к чему нужно стремиться, понимаю. Я люблю, я однолюб в любом случае и любых случаях, как с друзьями, так и с кошками.